Главный папа. У нас все общее. Муж. По-моему, как такового лидера нет. Стараемся на равных, так сказать, приоритетных условиях. Равные. Папа. Муж. Наполовину. Половину где-то мужу доверяю, а в половине я могу сказать свое слово. Вообще-то у нас равноправие. Не, вроде я пока. А мы оба. Оба главные. Мужчина, конечно. Наверное, я. Наверное, я. Муж зарабатывает, а я командую. Наверное, равноправие. Девушка. Потому что она может ухаживать, и она готовит. Туалетная вода, что-то, ну, там, постельное или что-то, ну, если самое такое глобальное, это свою любовь. Цветы, конфеты, ну, там, духи. Духи вообще не ошибаются, между прочим. Вот когда туалетную воду духи покупают, как правило, не ошибаются в ароматах. Ну, как обычно, цветы? В основном цветы. Я люблю цветы. 8 марта, считаю, должны быть цветы. Подарки это так, такие, это уже день рождения, Новый год. Обычно мимозы, я люблю очень мимозы. Цветы, ну и то, что мама пожелает. Обычно это разные подарки. Конфетки. В основном, ну, цветы в первую очередь. Цветы, духи, денежки. Цветы. Я ей подарю шарфик и кофточку. Ну, сейчас уже духов возьмешь, там за 150 такие. Как минимум цветы, а второе... Каждый год по-разному. Но в основном цветы. Ей это больше всего нравится. Не знаю, но еще так намекает, что непонятно, что она хочет. Не может определиться еще там. Цветы, конфеты. Стараюсь всегда цветы дарить. В первую очередь тюльпаны, так как это символ 8 марта. Ну, не знаю, конфеты или какое-нибудь украшение. Большую, огромную машину. Съездить, повидать свою правнучку. И на море. Не за границу, а просто на море. На свое родное. Из техники, из бытовой. Куда-нибудь съездить отдохнуть. Чтобы у моих детей было хорошо. И чтобы вот небо у нас было голубым. Чтобы мир всегда везде был. Вот это самый дорогой подарок. Супер огромный букет цветов, наверное. Не больше. Ну, не знаю, какой-нибудь подарок приятный. Ну, просто можно, чтобы ухаживали. Ну, что-то из золотого украшения. Может, цепочку хорошую, настоящую. Практически всегда совпадает. Огромного мишку. Не знаю, наверное, у меня все есть, я счастливый человек. Здоровье, чтобы было у него. Это самое главное. Звезду с неба. Ну да, мы хватило ей подарков, сколько мы прожили. Так что я думаю, что она не в обиде. Себя, цветы, конфеты. Ну, не знаю, может быть, поездку куда-то, путешествие. Кругосветное путешествие. Да остров подарил бы в виде сердца. Ну, вплоть там, не знаю, до машины или еще что-нибудь такого, прям дорогостоящего, если бы у меня было много денег. Весь мир.